этом направлении хуже работает. Вот что я хотел. Батарейка села. А вот видишь, вечером я тебя капитально слышу. В прошлый раз я тебя слышал, как по вечерам тоже. Днем, иной раз слышно, так еще на среднюю девятку бывает, да? На среднюю, и все. А ну, ночи, блядь, луксуешь путем, слышно. Вот тебе и надо. А он и днем тебя слышит, и ты его нормально слышишь. Что? От направленности антенны, наверное, как куда она стреляет, зависит. Очень четко, жесткий взгляд, бот-один. И ты считаешь, что как бы это может помочь? Конечно. Почему, скажем, мужчина неуклюже понимает свое отцовство? Если я никогда не видел, как идет себя отец по отношению ко мне, я понятия не буду иметь о том, как выйти на ней и вести себя по отношению к собственному ребенку. Так вот, отношения с Богом отцов будут очень многому научить, как самому мужчине. Воспитательная работа, оказывается, психологическая работа. Это совсем как у нас в России. Я помню, как в день моей свадьбы. Thank you.
که این مسائل برای همین شما عزیزان آرزوی Направляйте свои отзывы и пожелания по между льдом и водой. Аппаратура эта устанавливается на такой глубине, куда уже برای این که تبدیل به بهترین ها و وین از بدن народа. Великий историк Абульфас Бейхаки. Хочешь, Амади?
Как вы язык, однако. Как-то так, короче.